Очень понравилось. Очень классно. Да, мы тем более сидели прям близко, на втором ряду, да. Я просто помню свой садик, там ничего такого не было. Нам там кидали пластилин, и мы сначала за него дрались, понимаете? И только потом победитель лепил что-то из пластилина. Все, один победитель. Мы сами хотим стать стендаперами, да, на самом деле. Да, его творчество нам очень близко. Смеялись, все было смешно, отлично, прекрасный вечер. Еще я подумал, что если бы я был доставщиком, интернет-доставщиком из секс-шопа, я бы никогда ничего не доставлял на дом. Сейчас до хрена психов, вполне возможно, что все, что ты привез для себя. Я ожидала меньшего, получила много больше, получила колоссальное удовольствие. Очень много хороших шуток, интересно. Белый крутой, иногда его наблюдаю на ТНТ. Ну, очень понравилось, хорошие шутки. Ну, конечно, про девушек за рулем, это как всегда. Ну, тут же знак, я еду по правилам. Надо ехать со средней скоростью потока, понимаете? А ты едешь в левом ряду, за тобой машин десятки тысяч километров, вот. Это МКАД, еще пару часов, и ты станешь в пробку, которую организовала, понимаешь? Что за дебил там едет? Я, например, очень люблю этот жанр. Из КМД Клаба, ну, единственное, смотрю как бы только стендапы. Поэтому хотелось бы увидеть там Виктора Комарова, других ребят с программы. Хорошие шутки за хорошие деньги.